Сейчас выступает менеджер ветеринарного канала «Пурина Ветеринарный Дайц» Карл Станислав. Просто я не умею пользоваться микрофоном, как выяснилось. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Все меня учат, как пользоваться микрофоном. Еще раз представлюсь. Меня зовут Карл Станислав, я действительно являюсь менеджером ветеринарного канала в России. Вот. И поскольку у нас происходит сейчас выход нового продукта на рынок, мы решили вам сообщить об этом в рамках этой конференции. В ближайшее время вы сможете увидеть его в своих клиниках, он будет доступен в продаже. Я надеюсь, что станет мощным подспорьем в вашем нелегком ветеринарном творчестве. Итак, мы запускаем новую диету ВИЕМ для кошек, теперь в важном исполнении. Скажите, а в зале есть люди, которые когда-нибудь применяли эту диету в сухом варианте? А еще? О, два, трое. Там, все больше и больше наших почитателей находится. Ну, я знаю о том, что, в принципе, отзывы неплохие у ней, и у многих врачей было действительно большое желание получить эту диету во влажном исполнении. Во многом потому, что не все кошки способны потреблять сухой продукт, и теперь у нас она есть и во влажном. Желудочно-кишечные патологии, как вы знаете, у кошек являются, в общем-то, достаточно распространенными и довольно часто встречаются в вашей практике. И поскольку диетическое питание способно как раз-таки оказывать непосредственное воздействие на желудочно-кишечный тракт, потому что попадает туда прямо-таки напрямую, я надеюсь, что эта диета будет для вас очень и очень полезна. У кошек есть куча всяких особенностей, которые делают их отличными от собак. Их кишечник хорошо адаптирован для употребления и использования как раз-таки белков животного происхождения. Кроме того, они практически не способны усваивать углеводы, вот, хорошо усваивают жиры, и все эти особенности были отражены как раз-таки в нашем рецепте. Ну, прежде всего, основные ее положения сводятся к тому, что она снабжена достаточно высоким уровнем белка, умеренным уровнем жиров и низким уровнем углеводов, что очень подходит как раз-таки для этой патологии. Обратите внимание на ее состав. Белок во влажном исполнении доходит до 10%, а в сухом до 40%, что в сравнении с физиологическими рационами торговый маркетинговый план находится на достаточно высоком уровне. Если говорить о показаниях, при которых вы можете использовать эту диету, то они, как всегда, достаточно широкие. Главное хорошо понимать суть рецепта. Ну и, естественно, она применяется при любых диареях, как просто при хронических, при гастритах, колитах, энтеритах. Кроме того, ее можно применять и при болезнях печени, которые не связаны с энцефалопатией. Кроме того, она подходит и для периода выздоровления у кошек. Ну, как вы знаете, у нас есть замечательная диета конвалесценс, которая применяется для восстанавливающей терапии тяжело поврежденных животных. И, собственно говоря, диета ИН тоже может выступать как подспорье. Если кошка не ест одну, ее можно как-то начать другой. Это в любом случае вариант для вашего выбора. Итак, что мы сделали в этой диете? Прежде всего, мы снабдили ее тремя системами, которая позволила минимизировать количество отходов, которые получаются после переварения этого корма, это говорит о высокой его усвояемости. Мы ограничили количество источников белка, которые входят в ее состав, тем самым повысили ее гиполиогенные свойства. Вот. И мы улучшили ее специальным пребиотиком инулином, который существенно улучшает микрофлору в кишечнике. Обратите внимание, что усвояемость веществ, которые входят в состав этой диеты, лежит за гранью 80%. Это очень высокий процент усвоения, который присущ только для субпремиального класса и, скажем так, вот, в диетическом сегменте, в общем-то, оно полностью удовлетворяет этой особенности.
Обратите внимание на то, что вот это вот, ну, перевод не очень удачный, согласен, мало остатков, то есть хорошая усвояемость, сводится, получается из-за того, что в эту диету входят только те компоненты, которые действительно хорошо расщепляют вегетативную систему кошки, даже находясь в ослабленном состоянии. Даже тогда, когда кишечник кошки поражен и не способен усваивать питательные вещества, а такое как раз таки бывает при гастритах и энтеритах, несмотря на это, все равно все компоненты ее будут хорошо всасываться. Кроме того, ограниченный источником белка позволяет снизить нагрузку на антигенные механизмы в кишечнике, которые находятся в последствии слоя. Я сейчас говорю прежде всего о тучных клетках, которые снабжены хеморецепторами, которые способны реагировать на некоторые белки, которым животное оказывается сенсибилизировано. И, соответственно, наши белки в иене вызывают гораздо меньшую вероятность замыкания хеморецепторов и выброса гистамина в кровь, и таким образом она не способна запускать большинство аллергических реакций в организме. Ну и, естественно, пребиотики, которые чрезвычайно важны, поскольку вот этот инулин является естественным компонентом питания бактерий, причем только те бактерии, которые являются действительно полезными для кошки, он способен, в общем-то, влиять на микрофлору и улучшать ее в нужную для кошки сторону. Клинически доказано, что она действительно эффективна. Мы провели несколько исследований этой диеты, которые сводились к следующему. Разделили двух животных, 15 животных, которые страдали тяжелой хронической диареей от месяца до нескольких лет. И, соответственно, разделив их на две группы, причем разделили их, естественно, случайным образом, так что не было никаких ошибок. Вот. И первые две недели обе группы получали контрольную диету. Потом, на четвертой неделе, одна группа была переведена на контрольную диету, переведена на диету ИН, сухую, я сейчас о сухой говорю, а вторая продолжала получать контрольную. Потом, соответственно, рационы были изменены. Для того, чтобы оценить качество действия диеты, мы применили бальную систему оценки стула этих животных, ну и, соответственно, наши любимые картинки, которые бальной системы, вы видите, то есть 1 балл это практически кремень, а 7 баллов это даже сметаны не назовешь. Ну и, соответственно, колебания от 1 до 7 отражают консистенцию кала. Обратите внимание, как она изменялась в второй и третьей фазе испытаний. То есть если контрольная диета держала качество стула в диапазоне 5-4-5-6, то на диете Урстов сухой удавалось понизить этот показатель до 4-8. Для того, чтобы было понятнее, вернемся 4,8. То есть это вот уже более-менее оформленный стул животных, в то время как 5 баллов и выше, это уже, в общем-то, совсем не оформленный стул. Что касается диеты во влажном исполнении, то эксперимент был аналогичный, и на влажной диете нам удалось добиться еще более лучших показателей. Обратите внимание, на влажной диете этот показатель снизился до 3,5, то есть тут практически у животных нормализовывался. Это, я считаю, достаточно большой прорыв, поскольку когда кошка испытывает диарею в своем организме или в своем организме, у нее происходят достаточно большие потери жидкости, которые чрезвычайно опасны для нее в силу достаточно сильно напряженного минерального обмена, который, естественно, может вызывать повышенную концентрацию мочи у этих животных, тем самым провоцировать мочекаменную болезнь. Но вот обратите внимание, что теперь у вас есть возможность удовлетворить потребности как кошки, которые питаются влажным, так и сухим рационом. Кроме того, вы должны понимать, что диета влажная предназначена для более быстрого опорожнения желудка, сухая, напротив, может немножко дольше там задерживаться, в зависимости от показаний вы можете варьировать тем или другим рационом. Если вы сталкиваетесь с признаками явного обезвоживания у животных, естественно, влажная диета сможет подключаться к компенсаторному механизму и обеспечивать кошку водой, потому что воды во влажном рационе содержится до 80%. Кроме того, диета снабжена дополнительным преимуществом, и во влажном и сухом исполнении она содержит уникальную систему Урстокс, с
способны эффективно защищать мочевыводящие пути кошки от камнеобразования. Механизм сводится к тому, что концентрация мочи благодаря компонентам этой системы не позволяет концентрироваться вот именно минеральным веществам в моче выше уровня ее пересыщения, то есть тогда, когда камни растут. Причем концентрация относительно оксалатов по факторам Альберта РСС удерживается в диапазоне метастабильного состояния, когда они не растут. По трифосфатным камням она входит даже в диапазон их растворения. Ну, растворять оксалатные камни, к сожалению, еще никто не научился, и вряд ли это на перспективу будет возможно в ближайшее время. Оксалатные камни достаточно того, уже хороший результат, если они перестают расти. Вот система АПИР-РСС, система УСТОПС, которая влияет на два этих фактора, помогает эффективно удерживать мочу кошки в безопасном для камнеобразования диапазоне. Мы не случайно уделяем внимание мочекаменным болезням этих животных, такое большое внимание, потому что эта патология, ну, наверное, самая распространенная у кошек, и, в общем-то, довольно часто она заканчивается гибелью животных. Что касается пребиотических компонентов, помимо того, что мы поддерживаем достаточный уровень питания для микрофлоры кишечника, кроме того, мы применяем специальные компоненты на основе омега-3 жирных кислот, которые являются естественной средой питания для самих колонацитов в кишечнике. Что, собственно говоря, тоже важно, особенно тогда, когда нарушаются трофические функции кишечника, при колитах и энтеритах это довольно часто бывает. Кроме того, в сухом варианте исполнения диеты ИН в ее состав входит специальный компонент пентамид, называемая белая глина, который является достаточно мощным раздражителем для кишечника, способна закрывать его поры. Кроме того, являясь достаточно мощным адсорбентом, может адсорбировать нейротоксины. И этот компонент, к сожалению, технология не позволяет его вводить во влажную диету, он есть только в сухом варианте. Ну и теперь, как я уже сказал, любой самый капризный пациент, который, собственно говоря, может появиться в вашей ветеринарной клинике, заявив, что он там кошку не ест сухой или не ест влажной, теперь вы сможете удовлетворить абсолютно все. Кроме того, эта диета уместна для применения маленьким котятам, то есть ее калорийность позволяет даже удовлетворять потребности растущего организма, что очень важно. У котят, как правило, диарея выступает вместе с кошкой, если она кормящая, и теперь не придется ломать голову, а кого же чем и как кормить. И кошки взрослые, и котята можно давать эту диету, но у нее есть ограничения, ее нельзя давать ранее. Кроме того, несмотря на то, что рацион, естественно, является диетическим, мы очень много внимания уделили вкусу, и я очень надеюсь, что у вас будет мало животных, которые будут отказываться ее поедать. Вообще, в принципе, идея компании создавать только те рационы, которые кошки и собаки, в принципе, могут есть. То есть вкус – это не последнее, вкус – это одно из первых наших, в общем-то. Вот мы одно из первых уделяем внимание именно вкусу, потому что несъеденная диета – это, в общем-то, никакого толка от нее нет. Ну и еще раз обратите внимание, на этом слайде перечислены вкратце все основные аспекты этой диеты, на которые мы обратили внимание, ее создавая. В ближайшее время, я надеюсь, вы сможете встретиться с нашими ветеринарными консультантами, которые, немножко, может быть, подробнее, чем я, расскажут вам, ответят на все вопросы этой диеты, потому что запуск ее начался только сейчас, и, по сути дела, вот сейчас мы первый раз о ней официально говорим. Я хотел бы напомнить вам еще и о том, что мы вообще, в принципе, покрываем практически все желудочно-кишечные патологии у кошек, благодаря тому, что у нас есть еще второй рацион, который можно применять в этом случае, он называется HI, гипоаллергеник, который тоже состоит из уникальных белков, очень легкодоступных, которые вы, в принципе, тоже можете использовать при патологии желудочно-кишечного тракта. Как вы понимаете, в этом круге отсутствует еще один сегмент, он отсутствует пока. Я надеюсь, что в следующем году он тоже будет заполнен. Я просто не хотел бы сейчас говорить об этом
поскольку у меня нет полной уверенности в том, что мы сможем это сделать, но мы приложим все усилия для того, чтобы привести вам сюда, в страну, еще один очень интересный продукт от нашей компании, который позволит вам добиться полного прорыва и полной ликвидации желудочно-кишечных патологий. Я пока о нем говорить не буду, но скажу вам сразу, аналогов на российском рынке я, по крайней мере, не знаю этого продукта. Но он будет, и вот когда он будет, тогда круг замкнется. Я уверен, что у вас не будет альтернативы. Если вы захотите вылечить диарею, вы обязательно будете обращаться к продуктам нашей компании. Ну и, как я уже сказал, два рациона и еще третий, который появится у нас, я надеюсь, в следующем году. И тогда, пожалуй, у вас будет самая мощная комбинация против диареи, против которой не устоит ни одна кошка и ни одна патология. Кстати говоря, банка выпускается в формате 195 грамм. В принципе, для кошки это далеко не суточная доза, поэтому продукт будет храниться всегда в свежем состоянии. Ну, на этом у меня к вам все. И если у вас сейчас, может быть, возникли какие-либо вопросы, я могу на них ответить. Конечно, как я уже сказал, эта диета, естественно, после того, как кишечник в принципе будет способен принимать еду, естественно. Да. У сена калорийность будет, естественно, выше. Если, да, он будет более адекватен. Если вам нужно быстро нагнать массу у животного, то это будет больше приоритет в сторону сиена. Надо понимать, что выбор будет всегда. Если кошка каким-то причинам отказалась есть сиен, я, честно говоря, таких не встречал, я надеюсь, вы тоже его встретите. Если она по каким-то причинам отказалась, вы можете использовать сиен. И, собственно говоря, если у кошки, в этом случае, налицо уже какие-то расстройства, то сиен будет более адекватным продуктом в этом смысле. Конечно, можно. Смотрите, поскольку в состав диеты входит омега-3 жирные кислоты, которые способны блокировать излишний воспалительный цикл в любых эпителиальных клетках, в том числе и в кишечнике. Кроме того, для именно репарации и восстановления целостности кишечника, там применяются легкодоступные белки, которые легко проникают через мембраны, и это является, и омега-3 жирные кислоты являются естественным питанием для меланоцитов. У нас конкретно таких данных нет, но я думаю, что это будет влиять на более быстрое восстановление кишечника даже после хирургического вмешательства. Но единственное, что надо понимать, что у этой диеты нет никаких дополнительных компонентов, которые могут сделать ее доступной для применения сразу после операции. Естественно, какое-то время нужно дать кишечнику возможность хотя бы закрыть этот самый гнилой дефект, который возник после операции, если я вас правильно понимаю, да? А после этого вперед, и я думаю, что это будет как раз-таки самоадекватное питание. Вы знаете, у этой диеты, в отличие от некоторых других диетических рационов, которые мы выпускаем, нет ограничений по его применению. Если у кошки хроническая диарея присутствует, какая-то ферментативная недостаточность, которая делает ее неспособным использовать другую еду, ее можно применять всегда. У нее нет ограничений. Резко мы ничего делать не рекомендуем, естественно, лучше все делать постепенно. Резкий переход рекомендован только на корм СИЕМ.
Вот. Но тут, понимаете, показания такие, что деваться, в общем-то, некуда. Потому что и то, как бы, если есть возможность его сгладить, то лучше это сделать. Но трудно угадать, когда кошка угодит под паровоз и окажется очень тяжелой, вот, такой, в тяжелом состоянии, когда ей потребуется такое усиленное питание. Естественно, постепенный переход, мы рекомендуем делать это в течение 5-7 дней, постепенно вытесняя один рацион, заменяя его другой. По 20% в день один рацион заменяем на другой. Ну, естественно, в какой-то момент времени они будут смешиваться. Применять его нужно, ну, как минимум месяц, лучше два, потому что доставят биохимические изменения в крови, в общем, какая-то адаптация организма наступает на 21 день, чтобы закрепить какой-то там период применения корма. Как минимум месяц надо покормить. Да. Месяц, лучше два. А потом остановится диабет, будет потихонечку переводить обычный рацион. Естественно, если вы применяли влажный рацион, то нужно будет постепенно сначала на влажный перейти, прохладный, в баночках есть, вот, и потом потихонечку уже там на сухие, и в любом случае обязательно контролировать, потому что кошки очень чувствительные вот, именно переходы, особенно после желудочно-кишечных всяких патологий. Еще есть вопросы? Благодарим Станислава Карлова за замечательный доклад. Я боюсь представить, как вы готовились к нему. Спасибо, что он прозвучал после кофе-брейка, а не до. И мы очень ждем все-таки рисунки 8, 9 и 10. Заинтриговал я. А 8, 9 и 10 не было? Нет, нет. Мы остановились на 7. Ну, мы продолжим работу в этом направлении. Я думаю, что вы увидите. Спасибо. Ну что ж, вам спасибо. Я желаю вам больших творческих ветеринарных успехов. Я надеюсь, что вы найдете способ применить нашу диету. Я надеюсь, что она будет вам действительно полезна. Удачи вам всем. Спасибо.